Ольга Архипова и Александр Борисов поют в хоре Самарской и Евангелическо-Лютеранской церкви Святого Георга не первый год. Ольга – профессиональная вокалистка, сопрано, Александр – любитель. Однако на сцену филармонии в честь 170-летия Евангелическо-Лютеранской общины Святого Георга и 210-летия со дня рождения Константина Грота вышли вместе. Очень я люблю эту церковь и всех ее обитателей. Все, что не работа и не семья, это вот все. То есть и музыка, и дружба, и как-то вот душой там отдыхаешь, и растешь в музыкальном плане. Так получилось, что с детства пою все время. Сколько себя помню, всегда пил. Вижу, какая община была, какой она, так сказать, в развитии становится. Конечно, изменения очень большие, значительные изменения. Константин Грот – имя, которое навсегда вписано в историю Самары и России. Человек, выступавший за отмену крепостного права, сделавший многое для Самарской губернии. Например, при его непосредственном участии открылись Струковский сад, драмтеатр и Самарская публичная библиотека. Константин Грот, имея, так скажем, склонность все организовать, структурировать и так далее, объединил тех лютеран, которые на тот момент уже проживали в Самаре, объединил их в общину. Для лютеран выступили как профессиональные коллективы, так и любители. В этот вечер всех объединила любовь к Богу и музыка органа. Андрей Бессонов, Полина Чулюкова, Константин Головин. События.